Как тебя зовут? Роман. Существует особый укус, на который вампир способен раз в жизни. Ты подходишь. Голосовое сообщение. Ты не похож на людей и должен об этом помнить. У меня нету даже чувства, что это я. Ты вампир, мир принадлежит тебе. Важно, что ты после этого сделаешь. Я мог все, но ни к чему не стремился. Именно поэтому ничего не желал знать. Было вообще непонятно, как можно чего-то хотеть. Кроме того, чтобы остаться здесь навсегда. Я стал вампиром. Очень хочется на тебя посмотреть. Какой ты? Не смотри на нее, не разговаривай с ней. Дураку ясно, что подходить к ней не стоит. Выбрав тебя, я пошла против всех. Ты думала, что будет с нами дальше? Ну что, Рама, не нравится быть вампиром? Нравится. Когда нравится, по-другому живут. Что мне теперь, жить как паразит? Когда тебе надо определиться, кто ты? Зачем вы мне это все говорите? Подумайте, путь назад еще открыт. Ты пришел сюда сам. Это суть вампира.